Слуцк собрал самых талиновитых детей центрального региона. На областную елку повиншовать амаль 600 детей приехали губернатор Минской области и министр эдукации Беларуси. Узгадала дятинство и Надея Сербиненко. У Слуцку самой раніцы панаваў святочны настрой. На галоўнай плошчы горада гучала музыка, на сцэне дзеці ўдзельнічалі ў конкурсах, а на тварах усіх слуцчан былі радасныя усмешкі. У нас раённая ёлка. Такой праздник для нашего города. Хороший, большой, весёлый. Детки выступают. Хотим пожелать им много задора, веселья. На галоўнае свята Мінскай вобласці, навагоднюю ёлку, прыехалі лепшыя з лепшых. Амаль 600 дзяцей з усяго рэгіёна сёлета сабраліся менавіта на Слуцчыне, каб разам адсвяткаваць сустрэчу новага года. Міністр адукацыі таксама далучыўся да віншаванняў. Канун новага года. Хочацца пажелаць здароўя, успехаў, удачы, чтобы именно дзецкая радасць всегда сопровождала труд в школе, в дошкольном учреждении, в вузе. И радость детей – это главный показатель здорового общества. Сярод ганаровых гостей так само Семен Шапира, губернатор центрального региона. Он охотно оценил майстерство юных талентов подчас экскурсии по аллее забав. Тут и сапраўдная снежная королева, и фокусники, и герои ведомых казок. Семен Борисович признался, что менавіта Новый год – его любимое свято. Мы помним все из детства, как мы ждали этого дня. Это осталось где-то в душе у каждого, что именно в этот день совершается чудо. Мы сегодня хотим сделать подарок нашим детям. Хочется им еще раз сказать о том, что им надо расти здоровыми, сильными, потому что впереди у них масса дел, они возьмут управление в стране, они будут строить, будут созидать. Делегации и журналистам особливо сподобалась выстава «Духмяного мыла», зробленная детьми слуцких школ. Под керовництвом наставников яны варить натуральное мыло с эфирными маслами и витаминами. Сегодня у Слуцку для детей зроблено все, только как яны были счастливыми и задовольными. Так аттракцион «Мыльный пузырь» сподобался не только детям, але и дорослым. Пакуль у зале дети шакали новогодние импрезы, сами артисты у апошний раз перед выступлением репетировали и, конечно, вельми хвалявалися. В этот день мы, снеговики, готовились уже довольно давно, недели две. Последние дни четыре у нас усиленные репетиции по поводу Нового года. Ганну и Вику запросили на областную елку не выпадково. Семиклассница Виктория показывает высокие спортивные достижения. На легкоатлетичном кроссе она заняла другое место. А Ганна сама с удовольствием рассказывает про свое захопление. Я заняла первое место на соревнованиях по фотографии. Тема была «Мой город». Нужно было снять нечто креативное. Мы приготовили фотографию, где был город в отражении стекла. Ну, сделали, было много фотографий, и ту, которую мы выбрали, обработали, она заняла первое место. Найлепшим подарунком для всех детей стал святочный концерт, який цалком подрыхтавалі таксама юные артисты. А для многих такая сустрэча Нового года станет одним из самых незабывных и мгнений дзяцінства. Надзея Сербіненко, Алексей Праўдзікаў, агентство «ТЭЛЕ Навін».